все цожу, дипсо цожу, динес, мис, динес, цожу, Аллахам, кодер дейн дейгат, ири габаку, Аллахам, адихар, дэнгэш, все ори. И не та сари зигуша, цикру, жэ сынуш, гуша арзат, ухвау, шитыр, фари гуфлефтанж, но бір қыздасын дежа ғазар ғонжи да, ғуш ағу арда көдеген бенбас көу ғоғымыз көрінжі. Мол, яғни құсаны қарыз көз азарта ғожын жидоуле. Ауы, са, сиш қаджа мәй ғуапыз деп сәтіған, шыржас деп сәді. Ауы, нәлчич қышай көйч, оқу ғой көйп сәсе ғапейдей, сатан бағабызға. Фызыжды деген, я қорыш қолыш қызық көрі жіпсті ұ, вүнок, шуа ағарса. Қорыш, қорыш көзір апасы жүрі, вүнок, яғни мағы. Азық көр, Сабиса джауш рашишин говорит, а ты как же не писашу? Я уже сам замори на мису, что сегодня с Адиком кушала? А вот это хоть урохата, етана, и что на вазем, и за вот узабзора. Хазем шашква, алте, хазем шашква, дипзер, цожжжжжжн, жисахам, важим риджари депсева, а чи мечи на мису, а на котих тхатмози, так попрамдем баскогом. А раз я сижу с моим жам за вечер, ох! А та Мари Ванна и Хаватоди и держал город за хос, сом шиш за гидон цари халявам с дрихажаш и дёнгу и афакуас дочь. Прежде вышмого ми саман рати казахев фризи да фижни габуруатам, вожапшам гидрата фей, Боже, чем же это фак? Боже, бом же бора тафати, и кум же тшла тафиш. Сейчас уже пан эсэ сэлэм и фауа. Дида жапам, хача гу дина хыз, ханах дина хыз. Хагу лэйб гаралхани правкому нтфагагуати, правкому зара гу фландара, гаралхани зарин басижу, Екатерина так обнавала вэмичу. Анта дина хыш хача гош мохори дирайон ми ипер ва секретар. Тэц, яддан яннам яква ми шуб хуми табада на хышим, на хышим малха хум, язгварим, я ахт зигварди, шо не гаш позар бгадамышам хачу ари ди шайфун твага ба. Анта вур савадуа мугуан вайтава. Зжудоу боли доуква динос, драгаблага дотас, мо аначапр хуйтру твазна дига дотасах. Я фаяш хожу донца. Эй, я вам за... Что, вот это жабр? Хадзао, ты упал тебе за мгогу за бляжу, а? Ты хурая, хаба, вообще, хам, ажах, дали наш хаваш хан, ова! Ты сдегуа Мария Ивановна ухлядала. Ой, Екатерина Таковна, как я рада! Ну, Таковна, Екатерина, что ты гурвао? А вот эти газари, ой, Харитон Жемкезиевич, как я рад. Си помнишь, что вопса Хари, Харитон Харитон Жемкезиевич. Вот это смысл, а я говорю, что я не знаю. Да, я сыпти эти матигар, американ шипсал там мало, мэр американ шипсалам сыту парад звешишин уже. Вот это смысл, чека гарна хоку, а я говорю, что я не знаю. Сыты меня ходят шисау, фу, это гаженала, си хаджагуашим хэпха. Кысошатый зархатча има хумзанча, подожди, пожалуйста. Тост назреваться, сделаться. Отач. Не сажали шаури саром газов его вау, отач. Хотя кожи взяк вы газали горка. Не сажали шаура фима, зову ее горкавари. Я ж хари хакау не паша ува, хаджа гожи мизу хурага холи газа ува, сари сау бисис. Я рабим хаджа гуа юнадзар урсиб зажа шитки мидей, шуагиш сахмазу химзу хуана. Дау барам урсиб зажи хохор зари хутан урсура, хаджа гожи гоза идзра. Уважаемые товарищи, сегодня мы собрались с поводом жених и невеста, так как их родительная Мария Ивановна, Ольги Пильги наша коллега. Дай Бог, который нас породил и который нас помирать сделает, чтоб жених и невеста как мед с шерстом прицеплялся.
قبول ورا جفينوز بيار فامرت سمنا يشحال همز جيني غابسا Дай Бог, чтоб их несчастье нас много было, и чтоб который вперед пошел, не забывался. Я хочу пожелать этой невестке. Эта невестка. Ну, это кошка, которой глаза поцарапать делает. Я хочу пожелать, чтобы эта невестка такой добрый имя был. Чтоб когда она приходила, чтоб старый бык вообще не поднимался. Захочет? Аж сосрима отойду. И там, где невестка и жених упал, чтоб всегда скотина лежала. Урис отбадался, я не зря, Я хочу пожелать этой жених и невесте, чтобы невеста такой громкий имя, как лошадь, как баран мягкое горло и как курица много цепля. Шел до зару, умолен у шабу, чет воду бенефу. Я хочу пожелать этой жених и невеста, чтобы они с белым лицом к ихним квесам пришли. Марья Ивановна, душа наша коллективна. Марья Ивановна подлетал и на гармозе, я хочу пожелать этой жених и невеста, чтобы Марья Ивановна, чтобы ее тень над ними всегда была. И чтобы когда Марья Ивановна сдох, чтобы они все под гробом были. Заказал же стих до пчели, это под каким гробом? Ну это как у нас? Это старший всегда на гробу, пускай младший хоронит. А, все. Не дай, дай, я тост до конца привиту. Арати я уже хочу пожелать я могу. Эх, Марья Ивановна, душа наша коллективна. Вот ваш муж, бедный Иван Иванович, до смерти у нас пахал. Работал с нурат. Дай Бог, чтоб куда он пошел, чтоб обратно никогда не мечтал. И как урок перед суда отдыхался. Арати, эй, какой добрый душа был Иван Иванович. О, какой добрый душа. Помнишь, Марья Ивановна, вот когда он тебя вместе с нашим Мухаммадом, это самое, когда поймал, что сказал? Вот сказал, Бог тебе прокурор, и все. А когда через неделю с нашей соврами поймал, что сказал? Глухой, как рыба был. Вот такой человек был. Эй, Марья Ивановна, ой, садари. Ой, говорит, тоже, что вы такое говорите? Это неправда же. Валихи, пилихи, талихи, правда. Пусть все знают, какой он вдох душа был. Эй, а какой большевик, а какой коммунист был? Что же я вам когда должен вам жечь? Слушай, ты троцкий, ты заткнешься. Ты вот знаешь, чем большевик от коммуниста отличается. Почему не знаю? Оля, и знаю. Ну, политически грамотно могу сказать. Ну, чем большевик от коммуниста отличает? Чем отличает? Ну, большевик Ленин живым видел, а коммунист его в гробу видал, и все. Аль, заряжи, узара, зари, ох! О, апа каза, клажились я, хотя кожили рата фажа. Зазавон ладзе, узжавон маку диох заха. Яра в саралджа, хотя кожил, когда зухыж. Когда зухыж, и так уже зову вари. Нагва, нагваж, хачагва. А рашта, а ты габ замысла, урсаб зажок, чуар, зори, йори, улем, тогож.